Александр Ильичева, здравствуйте всем уважаемым зрителям и подписчикам. Сегодня 28 урок. Если мы дошли до глаголов, сегодня будет небольшой урок вводный, так сказать. Глагол «мас» – «масэм». Глагол, оканчивающийся на суффикс «мас», является сказуемым в предложении. Он обозначает то почти как в английском языке. Он обозначает действие, которое происходит в настоящий момент. И также на постоянной основе, например, вы учитесь, работаете, ходите в школу и так далее. Но в отличие от других языков, он может использоваться также и для будущего времени. И мас-масэн является вежливым стилем, то есть вы подчеркиваете уважение собеседнику. Рассмотрим несколько примеров. Дони санва бэнкёшимас. Мистер Дони учится в данный момент, студент. Дмитрий санва ясмимас. Дмитрий будет отдыхать в будущем, уже пойдет отдыхать. Ватащила нэмасэн. Я не буду спать. Ну, допустим, Новый год сегодня. Сначала на Масен. Я не буду спать. Харри Поттер санва хатаракимас. Гарри Поттер будет работать. И всем большое спасибо. В будущем мы разберем это более подробно вместе с прошедшим временем. И всем большое спасибо за ваш интерес к японскому языку.